Друзья, всем привет! С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие! Эх ты, друзьяки! Короче, мы проснулись в Тбилиси, а у нас за окном кафедральный собор Святой Троицы. Мама дорогая, ну и вид! Ой, Тбилиси во всей красе. Ребята, мы собираемся, знаете куда? Смотрите, мы находимся такая себе очень схожая с одесской молдаванкой территория, старый город. А вот там Тбилиси во всей красе, чуть ли не с высоты птичьего полета. Не знаю, как у нас отель называется, но мы находимся прямо перед центральным входом в собор. Да ты что, картина маслом. Сейчас у оператора узнаю, почем цены на проживание. О! Ну и вид. Катюня, а почем этот замечательный номер? 160 грузинских... Лари. Лари. А можешь это не говорить грузинских, просто 160 лари. Это где-то 1400 гривен. С завтраком включенным? Да. С невероятным видом? Трех мест. А как называется? Смотри. Как? Ребята, а вот и название. Читайте. Мария, что ли, не Мария? Ну вот, короче, вот такое вот название отеля напротив центрального входа. И что я еще хотел сказать? Сегодня суббота или воскресенье? Воскресенье. Воскресенье. И говорят, на что сухом... в Тбилиси на сухом мосту таки есть барахолочка, елки-палки. Ну а если есть барахолочка и рядом находится Липован, таки чего нам к ней не зайти? Зайдем, дыбанем, что там интересного. Куда мы пойдем? На барахолку. Куда? На барахолку. Куда? На барахолку. Еще раз, куда? На барахолку. Ух ты! Колечки. А сколько эта статуэточка? За 100 лари это. Привет, два, привет. А это? Это очень старая статуэтка, но 150 хочу, за 130 заберите. Угу. Сейчас подумаю. Пожалуйста. Ведгвуд. Английский фарфор. Это английский? Да-да, я знаю. Это Бавария, но очень прикольный чашечка со своим подносиком за 50 лари. А елочные игрушки бывают? Бывают, бывают. Да. Может, чуть рано сейчас? Ну да, да, наверное, не совсем сезон. Спасибо. А вот какой красавец. Оп, и как кортик. НКВД это? Да. Сколько денег? 100 лари. Хороший, слушай.
Это сколько в деньги наши? Где-то 900 гривен. Но у них такое разнообразие немножко другое, да? Да, да, да. Ну, у нас такой есть, этот прямо новенький. Ой, какие красивые. А сколько вот эти заколочки стоят? 10, 15 и 12. Угу. Вот эти по 10 лари. Угу. Вот это 12, это 15. Вот серебро эмаль, посмотрите, наш грузинская. А дайте мне вот такую. Этот мишка в какую цену? 80. О. Патефоны, граммофоны. Сколько куколка? А это 40. Филиппок, похоже. Точно. Сейчас посмотрю. Ульянка, ну посмотри, какая ты красивая. Нравится? 30 лари всего. Но она маленькая ей. Ну маленькая. Остальные большие. Ну что ж ты поделаешь. Ух ты. Сейчас покажу, Ульяночка, сейчас. А ты себе не меряешь? Сделай фотографию. Сделать вам фотографию? Не-не, а он сейчас. Да, да, спасибо. На, сделай ей фотографию. Сейчас папа сфотографирует и покажет.
Улянка, стой, я сделаю фото. Посмотрю. Смотри на меня. Вот этот самый класс. Стой, ты остановись, я еще не сделал фото. Эту шапку забери. Смотри на папу. Ну вот, смотри. А что это за бинокль? Обычный? Нет, военный. Да нет, это не военный лисей. Мы сейчас давай, пойдем снимай. И подумаем. Одевай свою шапулю. Идем пройдемся еще. Надо посмотреть. Давай пройдемся, посмотрим. Если что, будем обратно возвращаться. Не, руками не трогать. Это такая расчесочка в комплекте. Попроси. Что это, колыбель? Это колыбелька? Лянечка, да, аккуратно. Колыбелька. Класс. Не-не-не-не-не, туда нельзя садиться. Смотри, какая ступка. Попроси тетю не отдавать пока этот бинокль. Размеры. На полчасика. Это ступка, да? Это ступка или Мерседес Бабы-Яге, не знаю, что такое. Он слепой сокол. Быт. Больше такой грузинский. Нет, 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 там дорога уже, туда нельзя. Я хочу пойти. Ну, посмотри. Это для цветов. Пошли. Шкура медведя, ты видишь, Елисей? Смотри. Елисей. Какой огромный. Потрогай. Нет. Этот уже рычать не может. Катюня, смотри, какие фужеры. Ну, у меня глаза разбегаются, я не знаю, на что смотреть. Пить? Ну, водичку сейчас найдем. Колокольчик. Это все большие колокольчики, рынды называются. Хороши, мне нравится. Все, 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 все. Да не трогайте руками, прошу вас. Но с сервизом, да? Угу. Золото на своем 500 лари. 500 лари. Спасибо. Это 80 лари. Это непонятно. Мне, по крайней мере. Китайская. А кому дома не сидится? Эй, привет. Ну что, Сережка? Ты что-то приглядел себе? Ножики красивые, интересные. Ну как тебе барахолка отличается от нашей, да? Ну, ассортиментом отличается. Может, я уже к нашему привыкла, ко всему, но... Объемы у нас, конечно, больше, но тут чуть-чуть другое. Да я не могу, как это, любоваться, потому что ты хоть через телемосков смотришь, а я мне детей лови. Ну, здесь я буду смотреть. Смотри, чтобы все мне сняла, слышишь меня? А ты лови детей, слышу, слышу. Давай, на весь мир снимаем. Елисейка, иди покажу.
Смотри, какой. Катюня. Ого-го. Нет, я сам покажу. О, вон там статуэтки, я уже иду, все. Ой, настоящий, коня подавай. Слушай, инструмент. Подожди, давай, да, я все покажу, давай по порядку. Видишь, какие старые. Можно подержать? Аккуратненько подержи. А я не видишь, папа? Да. На, вот тебе подержи. Аккуратно. Я пошла смотреть статуэтки, товарищ. Давай, смотри. Красота. Опля. Сколько стоит? В какую цену такой? Кучу. О, сколько? Все. Не скажу тебе. Чего? Это скажи. По секрету там. Как это? Смотри за ним. Хорошая вещь, хорошая цена. Вот зайчик мой, который ко мне приехал. Сколько зайчик такой? Какую цену зайчик? Если не ошибаюсь, 70 лари. 70 лари. Да. Хорошая цена. У меня уже такой есть. Можно только к паре. В пару. Ой, а филиппок. Красавец просто. А этот сколько? Дайте. Ничего не написано. На минуту я спрошу. Лия Рагерсес Филиппов. 200 лар. О, 200. Без изъяна. Вообще я отвечаю. Можете в горячую воду положить, если оно реставрировано. 200 лари. Дороговато. Ну да. Красавец. Чичиков не хотите? Вот. Не. Да. А он сколько? Это 200 долларов. Ах, стоит такой. Да. Я забыл этот персонаж из Гоголя, да? Гоголь, да. Мертвые души? Да, да. Да. Помню. А сколько одна такая чашечка? Это 120. 120, ага. Да, 1000 гривен. Ну. Катюня, ты сюда смотри. О! Ты что, коллекция? Это ты что, себе коллекция фужеров. А сколько тут? Это рок изобилия. Литра 3, наверное, хорошего грузинского вина, да? Угу. Ёлки-палки. Ой, какая красивая. Да. У них столько вот таких фруктовниц. Топориков много, фруктовниц. Да, да, да. Фруктовницу. Вот, вот прям вот и ту, и ту. Канделябрики есть. Слышишь? Да слышу, я еще и вижу. А я смотрю, вот на топоры такие. Ну, каждому о, свое хороший. Просто. Ай. Это сугубо для мяса. Да, да, да. Это баранчика разделать и порубить его на вкусные кусочки. Найдем. Сейчас будем искать что-нибудь розовое для нашей девочки. И статуэтки есть. Ну, зачем нам нож? О, Катюня, смотри, какой моряк интересный. Собачка. Смотри. Ой, класс. А я фурик не одел. Так, руками не трогать. Спроси, почем? А почем такой? Если стоит 50 лари, мужик. 50 лари. Мужик. Ага. Аккуратно. Это коллекционный товар. Угу. Уляночка, все, не трогай ручками. Собака. А не такого ты кролика искала? Такого, да. Сколько этот? Это 50 лари, ЛФЗ. Хорошая цена. Уляночка, а филиппок сколько? А филиппок? Филиппок 200 лари стоит. 200? Чего так дорого? О, коллекционный, в интернет зайди. Да знаю я. Ну, красивый просто. Уляночка, не трогай. Филиппок мне нравится.
Доченька, я реальные цены говорю. Это все коллекционные. О, красавица. А она сколько? 200 лет. Чуть-чуть. Давай это понятно. Давай. Маленький мужик. Маленький и очень красивенький. Уляночка, оставляй очочки. Вот. Там же у нас по нож. А очки не трогай. Тебе зачем они? Очки. Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? Да не, ну Елисей, ну это тебе точно не нужно. Покажи. Так это не наборчик, стой. Ну а что это? Это нож. Я покажу, как это. Не, Елисей, это такой нож, который детям еще рано, мой хороший. Ну, это сильно большие для тебя ножи. Вот эти хорошие, если хотите. Не, Елисешка. Тоже острющий. Ты вот, что? Вот это маленький. Не, не, Елисей, нет, очень острый, мой хороший. Пошли. Ты запах, нет. Ага. Обработана. На Уянку есть? Но дома 20 лари. А завтра придет или... А взрослая 30? А если дождь будет, мы не будем. Понятно, ясно, ну, Елисей, подержи пока. У нее вперед-назад нет, да? Нет, нет. А, нет, это большая. Это большая? Это большая, да. А, я попробую. Немножко, если... А ну-ка, держите эту. О, это мой размер. А, нормально? Дай! Дай! Катюнь, классная? А я хочу. Мой. А тебе маленькую надо искать. Завтра принесу. А завтра мы не будем. Ой, вы красавица. А что ты с ней делать будешь? Буду в ней готовить мясо на мангале. Ну бери. Зимой. Ай, порядок? Надо? Вот тебе барахолка, слушай. Так и быть, раскошелишь на тебя, Сережка. Коронная фраза. Оператор, давай купим. А нормально она так здесь должна быть, да? Или надо ее расчесать? Вот. А ну-ка, дайте. Вот такой расчесать. Крупная, да? Да. А 50 лари у вас? Да. 20 лари давай. И тебе волосики. Сейчас папа причешет. И мне, мама. Спасибо. Можем идти дальше? Да, сейчас. Я выключаю. А барахолка каждый день работает? Да, каждый день. Если нет дождя, да? Да, ну, когда дождь. Когда дождь, понятное дело. Вот как красиво. Все. Сейчас 2 секунды папа сделает и... Всегда мечтал себе такую. Это теперь... настоящая вычерская. Настоящая, да? Да ты что, теперь вонючая? В Одессе такая только у меня будет, и все. Сережка, вонючая? Нет. Такой теплый зимой, пожар на голове. Да ты что, пожар на голове точно. А мы пойдем тебе искать, может сейчас найдем да маленький размер. Да что носить будет? Пусть будет, ты что? Семья грузинская, липованская. Теперь лезгинку буду учиться. А на голове точно пожар, слушай, теплая. Лысина моя не замерзнет теперь. Елисей, гони мой фурик. Пошли. Идем там джинсовой? Внизу. Сегодня джинсовая, я капитанскую оставил. Эх ты. Да я и не снимаю ее, но хочется выгулять все головные уборы от Лины Маршал. А я их с собой взял
Сколько? 4. 4. И 5. И Ульянкина 6. И Елисейкина 7. 7. Короче, у нас гардероб с собой от Алины Маршал. Фурики от Алины Маршал. Надо 8 взять. Не знаю. Игрушечка такая. Заяц. Розовый. Чебурашка, все есть. Ульяна, идем тебе померяем. Шапку тебе нужно. А вон та маленькая не ее размер? Здрасте. А есть бурка вот на этого человека? Ну вот такая, или как она называется по-грузински? Папаха у нас. А, папаха, извините. Смотрите, здесь сколько и будем выбирать. А ну надо на Ульянушку, на маленькую. Совсем? Да, на малюсенькую. А, бурка-то другое, извините, деревня. Папаха, да. Сейчас, Ульяночка, будем тебе искать. А ну стой. Такая кучерявенькая. О, это хорошая. А ну покажись маме. Маме. Алла Пугачева, покажись. А вот они такие там. Ну как раз на нем. Да. И как подходит. Вообще. Ты красопета, покажись папе. Не, не снимай, чего ты? Будешь с папой ходить? А ну стой. А и на меня хорошая? Да не, она большая. Большая, нет, меньше? Слушайте, да. Я вам научу. Да. Я делаю заказы для танцоров. Ага. Они не говорят размеры. Все говорят для себя. Вот, например, на вас большая, да? Да, да, да. Слово говорю. Смотрите, какое есть здесь это. Лайфхак. Вот здесь. Раз. Его размер. Все. Как он возрастет. Понял. Вы немножко раз. Раз и приоткрыл. И приоткрыл, и треть. Это несколько. Понятно. Что почем? За 30 лар там, как первым покупателям. Правда, я меньше. Там. А мы там за 20 взяли? 20, смотря какая, у меня и за 10 было. Но... Да, давайте 25 ребенку, так чтобы еще и поторговаться. Я понимаю, мне как... остается Ларри. Ай-яй-яй. Мне супер, я честно говорю. Катюня, давай Ульянки возьмем, да? Берем, обязательно. Давай, оператор, деньги. На. Одевай свою. Катюня. Это ты, это я. Это мы с тобой по Грузии носимся. Катаемся от Казбека до Тбилиси. А хорошие, да, интересные такие, классные? Я слышу, Ульяночка. О, смотри, красота какая. Очень красиво. Тбилиси. Я слышу, Ульян. Что там, есть дедушка с биноклем, Елисей? Кому что? Есть, да? А у дедушки дочка, оказывается, в Одессе живет. Серьезно? С семьей, да, и внуки уже. Там же одесситы уже, тбилисские. Я помню такие чашечки. Да, знаю, знаю. Помню, помню. Спасибо. Это сказка Андерсона. Где? Давай почешу. Спасибо. Вот здесь? Нет, не так. Ниже? Сбоку. Вот здесь? Да. Я иду, иду, Елисеечка. Возьмем сейчас, Елисеечка, идем. А что, уже будет о. Лить, да? А? Я будет не знаю, лить? Он... Вернулись, да, как говорили. Стой. Что, понравился бинокль тебе? Так, ножики аккуратно. Я ребенка хорошо, я дешево даю, за копейки даю.
Придет, сыночек, придет, 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 дорогой. Тёщу дай, пока ребенок играет. Видно в него что-то? Нет, отдельно. Ну, ну такую, того картинка, конечно, да, ну, лучше. Ты будешь бинокль свой носить? Да. А? Да, 30 лари забери, пускай забирает. Все, случилось? Да, ну. Да. Я ребенок, я вот. Это коробка только 30 лари. Что ты смотришь? Нет, я просто смотрю. Да. Сколько? 70 лари, да? Угу. Интересно? Новогодняя. Да, твоя любовь. Что-то тебе интересует, да? Не, я так смотрю красоту вашу, тут такие инструменты лежат. Ох, какие красавцы. Ёлки-палки. Молодоженам, каждому по одному. А, мы уже взяли. Камеры какие интересные. Для ребенка, это для вас. А это уже взрослый такой, это да, старый. А у меня в детстве была такая половинка, ох. А есть, смотрел, да. Этот, который с крестом, это военный. Да. Дон Кихот. Да, бронзовый. Ага, красавец. Это все из дома вынесено. Вот это современное. Это из дома. 125 лет. Нашли. Как вы говорите? Это из дома принесено. Матери моя. Это современное. Семья в сборе тут или? В сборе, в сборе. Ага. Фотографируете или хотите? Не, а я смотрю, а буду советоваться, у меня что есть с кем. Классно. Что там, капитан, что-то видно? Все у тебя есть. О, какие шампура. Шикарные. Ёлки-палки. И толстенькие, хорошие. Красивейший набор. Цена, мама, дорогая, да? Ну да. О, ну так достойная цена. Достойный набор. Как у крокодила гены. Пусть бегут неуклюже. Пешеходы по лужам, а вода по асфальту.
рекой. О, а вот тебе и река. Погоди, погоди. Я стакан слышу. А, погоди. Вот там мы сегодня живем. Собор Пресвятой Троицы. Ну, относительно недалеко. Барахолочка находится территориально, это называется Сухой мост. Вот так она раскинулась. И вот туда ниже в переулок. Вот она, грузинская барахолочка, конечно. Много и новодела, есть и старые вещи, но все равно здесь есть дух старины, памяти, да. Это хрустальный, это стеклянный. Хрустальный пивной бокал? А, дружка. Ой-ой-ой, Катюша. 0,5. Ага. И сколько такой стоит? Это за 100 лари, это 45. 100 лари, ой-ой-ой, да, хороший. Этот 40, стекло. Ну, с ручкой красивые. Это не магазин, а у тебя блокнот, скрипка. Ничего себе маска. У меня башни хорошие. Да у вас и здесь хорошие, красивые, а? Мы не сможем вести. Прелесть. Не-не, мы не будем брать, это просто посмотреть, полюбоваться. Опа. Просто посмотреть? Давай, сейчас глянем. Стойте, дети, стойте. А мы здесь стоим. О. Красавчик, Елисеюшка, подержи, или у кого там руки свободны? Идем туда. Туда идите, туда. Сейчас. Туда идите, значит, взять. Здесь мой сигарок. А? Ерунда китайская. Такой, как игла. Красивый, да, красивый. Вот возьми, купи дома. Такой на стенке висеть. Загляденье, спасибо. Чтоб продался. Мне вот тот понравился, красненький. Папа, что это? Который за 100 лари. Я хочу такой. А? Идем, пока не купили. Ты, я действительно такой хочу. Что это? Оставь кастет, ты. А что это? Вот так вот одевается на руку и бьется, понял? Это орудие. Оставь. Оператор, вон мы с тобой, слышишь? А. Смотри. На пенсию так вот будем сидеть, это на берегу Черного моря. Или какого-то моря, да. Ульяночка, иди. И будем читать книги, Елисей. Не в очках. А ты, а что не в очках? Ну, придется в очки носить, мы же будем старенькие. А ты вот трубку куришь. А, я еще и трубку курю? Вот же эта трубка. Да 50 лет, советская Грузия. Ого, 50 лет советской Грузии. Вот. 70 лари, да? Угу. А это вот такой значок? Это 190. 100? Не. Что, да, 190, 50 евро, сколько получилось? А, я не знаю, я. Дай посмотреть. Осторожно, не упади, угу. Чтобы не упал. А ну, разверни. Сейчас даю тебе водичку. 190 лари, да. Это все оригинал? Нет, это все копия. Это уже копия, да? Да. Ну такие, да. Оригиналы стоят, вот эти, например, стоят $300. Ну да, эти да, да, такие. $200, а я за 100 лари продал.
200 долларов, это 600. Тут из оригинала вот это только, да? Эти ох ты что, елки-палки. Византийская монета? 10-11. Да ты что, я такие никогда не держал в руках? Обалдеть. И где это? Вот эти три византийские. Ага. А это начало 1700-х годы, ганджа, персидская монета, ну, азербайджанский город выпускал. Ёлки-палки. Хова. Интересные какие. Оставь, солнышко. Тебе водичку, на. Принцесса папина, пей водичку. Кушай соломку. Катюня, идем. Сережка, я хочу пройти, где ты куда хочешь, сюда? А, да. Ты опять к этому пришел? А сколько его красная цена, чтобы забрать? Иди сюда. А 90, да. А за 80? 80. Как одессита, мы вам 4000 километров приехали. Сэкономьте детям на мы. Да? Эх, дорогой. Ну никак не могу. Поверь мне. 85. 90. 90? Что, оператор? А это оригинал или это копия хорошая? Копия хорошая. Копия, да, уже? А, еще и копия хорошая, елки-палки. Это подкручивается здесь? Да, конечно, все там на свое усмотрение делается. Копия, то не то, Сережка. А того не вырезал, я порезал все здесь. Да, да, вот. Острый. Да зачем тебе копия? Там где ты такой в оригинале найдешь? Ну? Ой, я уже загорелся. Красивые металлические такие статуэтки. Бронза, латунь. А может быть это и серебро. Бусинка става не тяжелая. Упадет, на пальчик попадет, будет ай-яй беда. Ох ты шо. Толщина как у топорика. Давай, два тарга. Угу. А если можно, да. Вот, благодарочка. Да, такой старичок. 1914 года. Сама сила. Благодарю. Давай. Пакет. Кавказ какой-то, блядь, наш.
А это что такое интересное? О, это знаете что? Нет, даже не догадываюсь. О, это старая, 1985 года вытяжка. О. А, вытяжка, ничего себе, слушай. Елки ты палки, да? Смотрите. Какая интересная. Оп. Слушай, молодцы, да. Шедевр, а ну позвольте. Американская. Нью-Йорк. Да. Даже дата написана в месяц. У нас в Одессе на барахолке такого не встречал. Это очень старое. Такое, это редко было. Я вот это Марат. Это очень старое. Вот это Марату? Маратик. Встречай, да. Готовь цена, ой, цена. Готовь стакан. Цена 3 рубля. Класс. Так, смотри, обращаться аккуратно. Так, 20.35, я вам думаю, 60. Елисейка, а что ты приобрел, покажи. Я себе ничего не приобрела сегодня. Прямо у меня аж обидно. Вот, возьми себе ожерелье. Давай, ты там уже затарился. Ребят, а кто-то откроет вот такое кабачка и вино? Маленькое детское вино? Нет. А тут что, еще и ножик есть? Да. А ну-ка. Показать? Ах ты, маленький нож сомелье. Вот нож. С этой стороны, с другой. Хорошо. Отсюда. Я вам буду дать? Да. Что со мной нож? Помочь тебе? Да ты что? Ну, поздравляю тебя. Купил. На барахолочке. У меня три ножика. Да ты что, настоящий коллекционер у папы растет, да? Вот такое чудесное кафе есть. Возле барахолки в Тбилиси. Называется оно арт-кафе. Очень уютно. Мы зашли сюда выпить кофе, а потом решили перекусить. Хорошего всего. Сколько вкусно вам, друзья? Пакет? Да, очень вкусно. А хачапури настоящая грузинская тбилисская. Песня. Друзьяки, вот так вот прогулялись мы по барахолочке. Здесь в конце есть такое арт-кафе. Замечательные цены. А, кстати, где меню? Ты не показала? Сейчас покажу. Ориентир барахолки в Тбилиси – это сухой мост. Да. Если что… Сухой мост. Вот цены. Умножаем где-то на 9. Короче, тут… Я умножаю на 10, тогда легче. Да, и закуски, и чай, кофе, и холодное, и горячее, и супы. Маленькое, но очень такое… Уютное. Наполненное, да. Ты внутри сняла, показала, да, красиво, да? Ага. Чай, 40 гривен. Ёшкин кот. Ха-ха. Как в Одессе. Так что таке, сидим, отдыхаем, да. А, что там, пишите в комментариях, взяли мы этот ножик или не взяли. Катюня, что ты тут позаказывала? Половина из них баклажаны твои любимые. Да, я везде ем одни баклажанчики. Под сыром, с пастой, да? Салатики. Это с чесночком. Сказали. А это аджахури мое любимое, ты понимаешь? Картошка жареная. Да, просто жареная картошка. Курочка, лучок, и это называется, оказывается, аджахури. Фух, короче, перекусили. Сейчас мы вам покажем, что почем. Итого, правильно? Что, что почем? А, да, покажем. Ты что, деревня? Да? У нас 10, да. Все. Иногда вообще-то 25-20%, но у нас 10. Не, нормальное заведение, да. Уже включено, да, 10%? Где-то 20, где-то 25, а в этом заведении плюс 10. Да, короче, смотри, тут ничего не понятно, но все по-честному. Даже если нет клиента, это 10%. И тоже нету проблем у нас, да. Ясно, понятно. Короче, 124 лари мы наели, было очень вкусно. Огромное спасибо. Так что, оператор, давай денежки. Быть или не быть, смотришь? А что быть или не быть? Короче, на барахолочке мы были, на грузинской, первый раз в жизни. Мама дорогая, короче, что-то там прикупили интересное, перекусили.
для вас. От всей души гулял под Тбилиси, зашел на барахолку. Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.